Детский канал мультиигрушки представляет. Все верно. Не могу остановить эту машинку. Всем доброе утро, ребята! Агент Петрович на связи. Вижу красный объект. Интересненько, что это Мишка не успел спрятать от меня? Ух ты! Смотрите, ребята! Красная, огромная машинка моей мечты. Пока Мишка спит, я тихонечко прокачусь. Ребята, а как же мне ее завести, чтобы она поехала? Странно. Думаю, в этом месте есть секретная кнопочка. Точно, вот она. Ух ты, вот эта машинка! Какая быстрая! Стоп! Я не могу ей управлять! Как же мне теперь ее остановить? Ребята, давайте попробуем понажимать на кнопочку лайк. Может, тогда она остановится? Ой, где я? Петрович, опыты ДНК. Это же был сон. Так, стоп, а что это за шум в нашем доме? Петрович, а кто тебе разрешил без спроса взять эту новую машинку? Она вообще-то приготовлена не для этого видео. Мишка, слушай, иду, раз кустик зеленый, два кустик зеленый, и тут вдруг эта красная машинка. Ну прости, Мишка, не удержался. Ну и как всегда, ты не можешь ее остановить, верно? Все верно. Не могу остановить эту машинку. Эх, Петрович, давай готовься. У нас сегодня новый опыт. Новый опыт, говоришь? Ух ты, давненько мы никаких экспериментов не проводили. Давай скорее начнем. Всем привет, ребята! Сегодня мы исследуем и узнаем, что такое ДНК, используя настоящую клубнику и киви. Клубничка? Киви? Так, Мишка, ты пока открывай коробку, а я побежал в наш холодильник. Итак, друзья, откроем нашу коробочку и посмотрим, что же там внутри. Ух ты, инструкция и много всяких вещичек. Вот клубничку я несу, угостить я всех хочу. Ешьте витамины, будет жизнь у вас, малина! Итак, друзья, для опыта нам понадобятся две стеклянные колбочки, жидкость для мытья посуды, белые очечки и пакетик с разными причиндалами. Ребята, помните, такие химические опыты, где вы можете увидеть цепочку ДНК, без родителей делать строго запрещено. Так, прочитаем. На-н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 а. Тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та. Ого, понятно. Итак, возьмем клубничку, высыпем ее на досточку и пусть она подсыхает. Насыпем одну ложечку соли. И выдавим 2 ложечки мыла для мытья посуды. Добавим немножечко водички. Возьмем наши белые очечки и тщательно все перемешаем. А теперь надо взять клубнички, положить ее в наш пакетик и тщательно размять. Ох, какая вкусненькая, какая полезненькая, какая сочная, сладенькая, красненькая, на чудеса прекрасненькая. Петрович, ты, конечно, молодец, но пришел тебе капец. Ты посмотри на себя, а ну-ка в мойку. Клубничку нужно разминать в специальном пакетике, а не в желудке, Петька. Не обижайся, Мишка, сейчас я мигом, раз, два и готово. Друзья, добавим в наш пакетик мыльный раствор и через специальный фильтр зальем все это в пробирку. Осталось добавить 10 миллиграмм этанола и можно наблюдать за нашим опытом появления ДНК.
Ребята, ДНК – это одна из важнейших молекул, в которых содержится вся наследственная информация о нашем организме. Молекула ДНК имеет вид двойной спирали. Дорогие наши подписчики, а кому и какие фрукты больше всего нравятся? Напишите в комментариях. Например, я очень люблю киви. А клубничка была помягче, чем киви. Итак, друзья, мы все сделали точно так же, как и с нашей клубникой. Теперь добавим этанола и посмотрим, что получится. А знаете ли вы, друзья, что если соединить между собой все цепи ДНК, находящиеся в человеческом организме, то полученная нить оказалась бы в несколько сотен раз длиннее расстояния между Землей и Солнцем? Ну, Петрович, кажется, сегодня получился неплохой опыт. Мы увидели, что такое ДНК, покатались на новой машинке и провели весело время. Да, Мишка, опыт получился очень интересный. Ребята, ну а если вам понравилось наше видео, давайте наберем 2000 лайков, кушайте много фруктов, слушайтесь родителей и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч и пока-пока!